Почему Иран побоялся Азербайджана? Армяне жаловались 30 лет на экономическую и транспортную блокаду. Теперь они боятся снятия этих блокад. Как передает Ахарас, таким мнением поделился армянский политический обозреватель Армен Багдасарян. Цитата. «У нас нет ресурсов, чтобы выйти из этой ситуации. В наших интересах выйти из этого тупика с меньшими потерями. Есть подтвержденные данные, что власти Армении согласились предоставить азербайджанцам 5-километровый коридор в Зангезуре. Что касается позиции Ирана, то Тегеран боится Азербайджана, потому что считает, что Запад будет использовать территории этой страны для борьбы с ним. Иран также боится Армении, потому что невозможно достичь долгосрочного соглашения с Ереваном. Армяне могут менять свои позиции каждые 2 недели, отметил армянский эксперт. Армения превращается в Арменистан. Политическая карта Южного Кавказа подвергается изменению. В регионе резко возросла роль России и Турции. Подобное поведение повлечет за собой трагические последствия для Армении. Как передает Ахарас, об этом написал на своей странице в Facebook член исполнительного органа Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов. Цитата. «Сейчас у Армении нет большого выбора. Турция превращает Армению в Арменистан», отметил он.